Приветствую всех подписчиков гостиного канала, с вами Елена Смирнова. Я как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня на обзоре у меня бокс, а это значит заработок без вложений. Sell Story называется. Вот так вот он выглядит. Регистрация, email, логин, два раза пароль. Кликните зарегистрироваться, попадите в кабинет. Мы попадем, вот я из кабинета просто вышла. После чего на почту придет письмо. Хочу показать вам просто страничку. Значит, вывод минимальный здесь от 100 токенов. И, как видим, различные криптомонеты. Значит, на почту вот такое вот письмо придет. Кликаем и подтверждаем почту. Я кликаю логин. Тут у нас что? Email вставляем. Я попала в кабинет. Замечательно, сохраним. Значит, здесь вот сразу у нас баланс. У меня, ну вот, я только что зарегистрировалась и покликала немножко рекламу и набрала минималку. Чтобы все сделать, это у нас в режиме онлайн. Вы, когда попадете в кабинет, у вас здесь нужно будет подтвердить почту. Я вам показала, да, зайдите на почту, кликните и подтвердите почту. Это в биткоинах как бы у нас адрес, можно выбрать, например, RX 108 монет, как бы это такое количество, можно любую, тут все равно ставится в биткоинах. Давайте сразу же я и поставлю вот эти монеты на вывод. Так, вот здесь вкладочка, видите, дашборд. Вот так, вывод. Это постоянно тут, чтобы Telegram к ним присоединиться. Опускаемся ниже. Значит, на FaucetP здесь Bitcoin, Litecoin, USDT, Solano, Dashcoin, Dogecoin, Tron, Fiora, Binance Coin. Потом что? Вот это у нас идет, по-моему, на другую какую-то монету. И видим здесь 5%, здесь вообще мизер. И вот здесь Zcash, вот. Значит, вот это много, значит, 19%. Сейчас не знаю, удастся мне в тронах вывести или же в других коинах. Здесь вообще. Или в других коинах я поставлю на вывод. Видим, здесь 3%, еще хотя бы что-то есть, да? Вот так кликаем. Если хотите на эту монетку, кликайте на эту. Видите, здесь в Dashcoin вообще пусто. Потом это все пополняется и можно опять выводить. Так, Dogecoin я кликнула. Опускаюсь ниже. Значит, здесь от FaucetPay email адрес я прописывала. Прописала. Капча здесь, конечно, недолго. Вот это ненавижу. F3. Ну, давайте, значит, смотрите. 108 коинов. Вот такое количество Dogecoinов должно прийти на FaucetPay. И кликаю. И да, все хорошо, ребятки, все шикарно. Вывелось. И я не открыла FaucetPay. Сейчас зайдем на FaucetPay. Посмотрим вывод. Да, видим SSN. О, как называется, ёлопалы. И вот такое количество Dogecoin 27 августа пришли. Так, платит инстантом, все замечательно, все шикарно. История, давайте посмотрим историю, что у нас здесь по истории лотереи. Где у нас здесь вот вывод 108.39 секунд я вывела. Ладно, теперь по заработку. Значит, вот так кликаем, открывается это
как бы дашборд. Auto Full Set, и здесь тоже такой вот экран. Таймер 1 минута. Можно, я делала один клейм, 120 клейм, и по 20 токенов, но мне засчиталось 18 токенов почему-то. Значит, смотрите, два зайчика, два, что это, цапли, а это аист. Значит, мы кликаем вот на этот, на этого аиста, так как он один. Возвращаемся. Всего 19 токенов мне зачислились. Вот они, 19 токенов, так как я только что при вас вывела. Далее что? Ну и пошел таймер. Так. Так, ребятки, давайте здесь, значит, я буду работать только на вот ПТС, АДС, на просмотре сайт, потому что короткие ссылки я не смотрю, там и всякое такое, фервалы. Тоже кликаем. Эту вкладочку закрыть. И значит, здесь два вида рекламы. Surf ADS и Windows ADS. Здесь по 10 токенов, по 5 секунд. Я просмотрела, да, так как здесь, естественно, больше было. Набирала минималку. Значит, кликаем. И обратите внимание, вот здесь идет таймер. И вот такая рекламка. Опять две птички. И еще две птички. И одна елочка. Кликаем на елочку. Окей. И возвращаемся. Так. Эти вкладочки закрываю. Обновляю страничку. Сейчас даже посмотрю. Да, 29 токенов, было 19. И еще 5 секунд у меня. Вот это. Опять идет этот таймер. И опять видим крабы, птички и уточка. Одна, клику на уточку. Возвращаюсь. Обновляю страничку. Эти вкладочки я закрываю. Мне 39. И вот такая вот реклама. Ой, вот она рекламка еще. А здесь немножечко другая рекламка. Смотрите, здесь по... Тоже я здесь просматривала. По 20 токенов было. Или сколько там. Значит, здесь кликаем. И нас перебрасывают на страничку. Здесь уже, видите, идет таймер. Значит, здесь вот так кликаем на зеленую вкладочку. Все, 10 токенов нам засчиталось. Следующая рекламка. Я возвращаюсь. Видимо, тут можно как бы возвращаться. Кликаем. 10 монет нам зачет. Вкладочки эти закрыть ненужные. 5 отсюда я кликаю. И последняя рекламка. 5 секунд. Ой, да, 5 секунд. Я вот возвращаюсь, все уже. 10 монет. Окей, вот они засчитались, кликаем. И они как бы все, 69 монет. У меня уже почти минималка набрана. Ну что еще здесь? Короткие ссылки я не смотрю. Кому, кто любит, умеет их смотреть, пожалуйста. Вот. Я здесь не хочу. Что еще здесь? Ну и все. Значит, заработок у нас только идет на просмотре сайтов и на кране. Вот. Сюда я кликаю, и я попадаю как бы на домашнюю страничку. Ну и платит инстантом. Так, а ссылочку реферальную я вам показала, да? Вот она, ссылочка реферальная. Вот здесь реферал, кликайте. Кликайте
копировать и копируете ссылку. Вот и все, кому интересно, работайте, зарабатывайте, неинтересно, пройдите мимо. Всем удачи, всем пока.